Продолжаем. Дефицита картофеля в этом году не ожидается, сообщили сегодня российской газете в картофельном союзе страны. Есть надежда, что стабильными будут и цены на второй хлеб, отмечает издание. Еще в феврале в Россию стали завозить молодой картофель из Египта, Израиля и Марокко. Специалисты не видят в этом ничего плохого, поскольку южные регионы начинают поставлять продукцию только в июне. Однако в любом случае, считают эксперты, надо развивать собственное производство семян картофеля, поскольку практически весь посадочный материал завозится в страну из Европы. Сейчас, по данным специалистов, в стране осталось не больше 10 элитхозов. Кстати, в Кабардино-Балкарии на базе НИИ сельского хозяйства выращивают семена картофеля с высокими качественными характеристиками. Это признают далеко за пределами региона.